Но и на злобу дня некоторые от нас требуют новые выборы. Гарантирую вам новые выборы, тогда, когда вы примете решение. Гарантирую. Немцы вчера заботились, аж в парламенте своем приняли решение. Для нас, белорусов, вы сначала там у себя разберитесь, в Польше разберитесь, она поближе. И самое главное, потребуют ли они от американцев провести новые повторные выборы? Вот я посмотрю, как немцы потребуют от американцев провести новые выборы.